Пошли. Может, домой уже пойдешь, а? Пол 11 время. Тедик. Ой, как пахнет можжевельником. Боже мой, какая красота. Боже мой. Какая красотища. Что еще надо в жизни для счастья? Пойдем? Пойдем? Пойдем. Ну что, я не собираюсь по всем лавочкам, Тедди. Ты уже пить хочешь. Я не собираюсь по всем лавочкам сидеть. Да что это такое, я не знаю. Девочки, я думаю, что придется мне, наверное, климаксин пропить все 6 дней или 5 дней, как положено. Я пропила только 2 дня, и все, у меня вроде прошло все. А сейчас смотрю, у меня опять это заложенность. Нос вроде дышит, а вот в горле, девочки. И горло не пишет ничего, вот стоит в горле всякая херня. И вот так подкряхтываю. Подкряхтываю я. Вот он, все, ничего ему не надо больше. Вкусняшки уже все съедены. В сумке ничего не осталось. Он нюхается постоянно, ждет, но нету. Я что, где возьму, если нету? Какая красота. Боже мой, какая красотища. Красотища какая. Ну, язык на плечо уже. Уже язык на плечо. Я воду не взяла. Я не думала, что ты так далеко пойдешь от дома. Как люди, интересно, фотографируются. Смотрите, в шляпах, с сумками. Обнимают кусты. Смотрите. Боже мой, какое счастье. Это счастье, девочки, жить на море, дышать вот этим воздухом, этим спокойствием, восстанавливается нервная система. Обязательно надо приезжать на юг. И знаете, и не в такие месяца. Ну, молодежь там, может быть, и детей там, вот в отпусках летом. А вот в нашем возрасте, вот сентябрь самое идеальное. Все, уже нет такой жары изнуряющей. И просто вот наслаждаться этим йодистым воздухом, девочки, наслаждаться. Вот мальчик наслаждается йодистым воздухом. Так, ну что, Тедик, да надо идти домой. Домой надо идти. Надышаться не могу. Очень интересный экземпляр. Вот как вот такие женщины большие ходят с рюкзачками за спиной. Вот я не представляю, если я одену рюкзачок за спину. Я большие сумки не люблю. Не люблю рюкзаки. Мне кажется, это неудобно. Через плечо сумку я тоже носить перестала, потому что одно плечо начало, знаете, как-то приподнимается и болит. Вот такая плечевая сумочка, но мне нужно купить хорошую, девочки, кожаную хорошую сумку, вот такую, с тремя кармашками.
еще здесь не сфотографировались. Нет, кофе, пойдем кофе попьем. Ой, девчонки, какие все смешные. Пойдем, пойдем кофе попьем. Интересно наблюдать за людьми. Ну что, он лежит, все, лежит. Девочка, он все, он руководит мной. Руководит. Если раньше я хоть, знаете, с утра зарядку делала, да, он сидел, ждал. Сейчас он не ждет. Он не ждет, ему нафиг это не нужна наша зарядка. Мамина зарядка. Он тянет меня и все. Я же вчера, девочки, сходила на маникюр. Смотрите, Наташенька сделала мне маникюр. Лаванду. Ну, времени мало было. Так бы еще можно было фрешек бы сделать. В следующий раз сказала, сделаю с фрешем. Сняла до самого основания. Что-то провал какой-то, да? Нет. Нет, нормально вроде. Это просто блики. Все, аккуратненько. И на ногах сделала. Вот такой вот. Получился как френчик. Я сказала, не покрывай. Ничем не покрывай, пусть останется такой. Вот как болел. Девочки, вот смотрите, как болел. Палец. Видите? Прям до сих пор. Все, вот. Видите, как уже высоко прям пошло. Воспаление. Залечила. И всегда, знаете, вспоминаю. Думаю, вот это. Помните, Юлия Началова натерла ногу, да? И все. И сначала самолечением занималась. Ну, чем, как мы самолечением занимаемся? Перекись водорода, левомиколь. Начинаем. Вот. И все, и дотянула неделю. Неделю и дотянула. Вот. Хорошо, что я сразу начала мазью Вишневского. Прям сразу и целый день. И мазала, и прямо и все прикладывала, и все вытянула. Вообще ужас какой был. Так вот без пальца остаются. Тем более, когда сахар скачет. Вообще кошмар какой-то. В общем, девочки, влог сегодня. Влог. А так хорошо получилось. Прям хорошо, аккуратненько все. Вот эти большие пальцы, какие были они, девочки, у меня утопленные прям были. Все, ровненькие, красивые пальчики. Прям благодарю всех. Варю благодарю. Варя хорошо делала мне. Вот так получилось, ничего страшного. И Наташа здесь хорошо идет. Вот два мастера у меня сейчас. В Краснодаре Варя делает, а здесь в Анапе Наташа делает. Кстати, Наташа попросила меня, если у кого есть в Анапе мастера, молодые люди, именно парни, не девчонки, а парни-мастера, по стрижкам, укладкам, ну, мастер-парикмахер, именно мужчина, вот, попросила, если кому-то нужно работать, то с хорошими условиями приглашает она в салон к себе, 70 на 30, в общем, на постоянную работу. 70 на 30, ну, кто понял, девочки, там, заработная плата, 70 на 30, именно молодого человека, ну, именно мужчину. У них мужской коллектив, два мужчины, мастеры-парикмахеры, наработанная база. Они вообще с улицы практически никого не берут. И вот нужен молодой человек сейчас, потому что, ну, чтобы в салоне днем, чтобы работать. Потому что остальные мастера приходят только, ну, когда клиенты у них. То есть уже наработанная база, представляете, девочки, приходят только когда клиенты целый день не сидят. Вот. Так что пишите, девочки, мне в личку пишите, я там номер телефона, созвонитесь. Ой, как хорошо. Ну что, пойдем, Тедик, пойдем, а. Хотела за самсой сходить. Нет, девочки, самсу не хочу. Что-то все разбаловались. Сезон, все, закрытие сезона. В этот раз взяла две самсы.
И они, знаете, девочки, были один лук, и лук причем такими кусками нарезан. Я даже... Он вкусный был лук, конечно, вот, но один лук, мяса вообще не было. Что это за самса? А я нашла еще здесь одну, девочки, небольшую армянскую кулинарию по Владимирской. Начало Крымское, начало Владимирское. Вчера купила там самсу слоеную, обалденную. Орешки не очень мне понравились, что-то орешки, там в орешки добавляют какую-то херню. Это не сгущенка, это какой-то сгущенный состав. Захотела сладенького, думаю, орешки куплю. Не, ерунда получилась, не нравится. А самса была вкусная, тонкая, вкусная самса была. Девочки, ну что, я не знаю, что делать. Ну что, время, причем время уже 11. Хочется уже позавтракать, хочется уже попить какао, Тедди. Какао уже хочется попить. Пойдем домой, мяско дам. Пойдем, курочку дам. Мяско дам. Пойдем? Пойдем домой. Пойдем домой, пожалуйста, пойдем домой. Он даже не шевелится, девочки, даже не соскакивает. Теддичка, пойдем домой, любимый. Ой, девочки, не знаю. Что, реклама? Ой, реклама, девочки, у меня тут. Реклама недвижимости в Анапе. Так. Все, девочки, отключаюсь. Хотят рекламку заказать какую-то у меня. Недвижимость Анапы. Пока-пока, любимые.